Доброго времени суток, с вами Dexter, XCOM Terror from the Deep. К саду своему я забыл, что мы тут ловим. Я думаю, какую-то лодку. Я думаю, какую-то лодку не шибко большую. Это что тут делает? Какой-то светильник. А, край. Я в левом верхнем углу, скажем так. Поняли? Поняли. Поехали. О, танк можно задать, чтобы он ставил очки на приседания. Здорово. А сколько стоит у танка приседания? Опаньки. Здравствуй, жопа, Новый год. Ай. Комната какая-то. Забавно. Подводное бурование. Вот это бурование. По-моему, Джилман этот самый и есть. Ну что ж, аймать я не могу, а вот таким жахну. Джилман сказал чпок. Буровая страшная штука, она взрывается долго и со вкусом. А в общем-то и нифиг тут возле меня подкрадываться. Так. Ну да, там же край, все нормально. А, прекрасно, прекрасно. Так, ты просто по прямой выбегай. Слушайте, а я кому-то давал тяжелую голосовку. Ведь давал же, да? О, ну ты понятно. Да, мне еще писали, что я зря Галине даю вот этот тайзер. Что типа он вместе в паре с этим, это тяжело. Лучше давайте Гаусс пистолет. Гаусс пистолет, он говно. Даже акустический пистолет Алиенов тоже, в общем-то, говно. А давайте винтовку, будет реально тяжело. Тайзер легче винтовки. Поэтому, ну, она ходит с тайзером. Я понимаю, что тайзер, ну так, сбоку припека, но... Но почему бы нет? Ну пусть будет. Так... Выбегай. Ну, блин, в куче сидят, ну да ладно. Давай вот так. Пусть постоят. А пальните в него кто-нибудь, а? Фиг ли он тут ходит? На грани видимости. Так, у меня есть желание... Поймать этого Джилмана для экспериментов. 39. 39. Это не 42, но тем не менее. Лови. О, поймал. Молодец. Ну что ж, тогда все просто. Тогда хватит тебе. Внимательно слушай, второй вопль будет? Нет, никого там не было. Ладно. Танк вперед. Ну, я так гордо зову его танком, хотя, конечно, ни хрена он не танк. Ольга, вперед. Но знаете, что-то меня эти этажи немножко напрягают. А, тут еще здание есть, он шикарно. Да, буровые. Не хухры-мухры. Буровые, буровые. Так, вторая моя тяжелая артиллерия пошла. Вот ты точно можешь на выстрел не оставлять ничего. Так, ты давай влево выбегай. Отлично. Так кто все-таки с хэви-плазмой-то? Фу, хэви-плазмой. Хэви-галсом. Хэви-плазмой, я как новый. Да уж. Ну как-то вот. Я, да, я понимаю, граната может прилететь. Ну, мне тоже писали, что типа, вот, ты там говоришь, что куча не ходить. Может граната прилететь там. Ну, торпеда, вернее, тогда на тот момент была. А сам хочешь, ну хожу, ну чё. Как бы я могу поошибаться, все такое, могу, почему нет. Так. Что за сволочь на меня оттуда смотрит? А, Джилман еще один. Дайте угадаю. Галка у нас... Хотя, не, ходы есть. А, да, мне еще писали, что там с ноги, с плеча, из рюкзака стоит дороже заряжаться, доставать и так далее. Да, стоит дороже, дешевле всего с пояса. Просто я...
силу природного пофигизма на это частенько кладу. Как бы я перфекционизм чужд вообще полностью. Так, ну да, мне ж посчитали-то потом, когда я из рюкзака вышел. Лови, не на линии, ага. Не на линии, тридцатка. 9, да. Не, я могу его снести, как нифиг делать. А, все, снапшот. Ну такое. Ну что, продолжаем уничтожать имущество шахтеров. Что я еще могу сказать? Лови. Ах ты ж! Сволочь-то какая! Смотри, он торпеду пережил. Джилман, ты не оборотел ли? По-моему, ты малость оборзевший, Джилман. Три мне хватит? Да, хватит. Вот так вот. Так мы поступаем с Джилманами. Так, иди сюда, на верхушку, будешь тут сидеть. Ладно, пока можешь ходить. С Саймоном. Опа. Чё? А, ну нормально тут. Хотя вот эти две еще не взорвались. Но тут много... Куда зайти, наверное, можно. А, нет, на крышу можно. А, нет, дверь есть. Дверь есть. Ладно, пошли. Рассеиваемся. Рассеиваемся, разбегаемся. Кто же у меня все-таки с тяжелым галусом? Вот эту тусовку из танка и галки надо разгонять. И, в принципе, я уже опасно близок к тарелке, скорее всего, откуда они сейчас полезут. Но, с другой стороны, я им опасно навешал. Так. Дебора, ты иди сюда. Тебя тут сильно не хватает. Пошла? Пошла, молодец. Так, танк пошел нюхать. Где-то там есть враг. Ага, танку 2 лежат. Я 2 ушатал, значит. Понятно. Хорошо. Так, ты вот давай-ка в тылу иди. Наш доктор Сон. Я не думаю, что что-то есть. О, елки, карта такая большая. Есть куда походить, да. Давай из зоны взрыва выходи нафиг. Ну ладно, на крышу пока не заберешься, согласен. Так, ты. Так, погнали сюда, в эту сторону. Побольше народу надо. Да ёлки, у кого хэвик-то? Один остался. Причем эти голосовки, они такие похожи друг на друга. Гидродзоид. А, к хэвику я патроны не сделал, все. Так, ну мне кажется, последний алиен, он сейчас сидит в тарелке и ссытся от страха. Мне кажется, так. А край карте будет когда-нибудь? Или я так пешком буду идти до самого их подводного города? Как-то в свете вот такого размера карты, вот этот товарищ с базукой что-то уже как-то не очень роляет. Даже учитывая, что он сидит на холме. Так. Роляет по-прежнему танк.
бескрайнее нефтяное поле. Ладно. Ну, я не думаю, что такая сволочь сидит. Но она может. Так, отлично. Сиди, смотри, да. Я еще тарелку даже не видел. Кстати, какого хрена из нее Джилмана повылазили, я тоже не знаю. Вот тут вот и следы, там она, наверное, есть. Или там моя улетевшая ракета что-то сделала. Пройди поверху. Опаньки, пройди поверху. А вот тут будет Пушкин смотреть. Там же мало ли что может такое влезть. Блин, какие площадки-то здоровые. О, наконец-то край карты. Так, тут понятно. Да давай всех перебирать, у них же ходы кончились. Что ты их перебираешь? Так. Ребят, бегите туда. Нам нужно будет проверить это здание. Все. Есть некий азарт в созерцании надписи Hidden Moment. А, потому что... Ну, там кто-то может выйти. Тебе могут показать, какой это момент, кто там ходит. Так. Прям здание-то большое, я так чувствую. Блять, а вход сверху есть? Да, есть. Вот. Короче, устраиваюсь пока здесь. Может, что придет. А вот этот товарищ пойдет зачищать. Ну, я более чем уверен, что ничего им не попадется. Но тем не менее... Торпедник пошел. Нефиг халявить. Вот лодка. В такой маленькой лодке столько Джилманов пришло. А, это не маленькая нифига лодка. Это вторая. Так, давай. Встреть свой выстрел. Нет. Самый стрёмный момент, когда заходишь, тебя в бочину, бух, и все. И вроде как никто ни при чем. Сам нарвался. А с другой стороны, а как ты это переиграешь? Если он стоит там и ждет. Ну, старое доброе, да, первым ходит граната. Только так. Так, тут что наверху? Площадку, с которой сволочи свалились. Вот тут еще домик. Так, там стоит, смотрит. А, тут наверху, собственно, тоже стоит, смотрит. Чем стоит смотреть? Иди туда. Ага, трубы мешаются. Ну, как-то странно пошло, чувак. Ну, ладно. Так, в домик надо заглянуть. Так, а ты давай беги туда. Потому что у него акваджет, по-моему, разрывными заряжен. Лязгают двери, но я не думаю, что это двери буровых лязгают. Я более чем уверен, что это лязгают двери тарелки. Кто-то всегда в тарелке сидит. И... Опа! Вот. Вот оно. Так, базучник, беги. Так, ты тоже беги. Может, пленные будут. Ну, пленных на самом деле мне столько не надо. Сколько мне тут светит. Так, присядь. Очень может, кстати, пострадать, потому что... Взрывается все это. Опаньки. Здравствуй, жопа, Новый год. 34, 34, это не очень. Но могу, могу. Лови. О! Мне кажется, в этом мире нефть подорожает. В ближайшем будущем.
Так, ну я через решетки все не попаду, наверное, да? 19. Не на линии, да. Ты? Не на линии. Ок. Я ничего, ни от чего не ушел ценного. Так, ну ты точно не на линии. У тебя еще ходы кончились. Так, гидроджет идет. Отважный гидроджет, он уже ходил, походу. 51. Давай. Зачистим эту комнатку. Хотя... Мне кажется, что тот Джилман, который там сидит, это вот последний, что тут есть. Ну да. Так, а ты не можешь в него попасть? Ну, в принципе, кажется, можешь. Нет, не можешь. Так, тогда иди обходить. Там в тарелке наверняка дырка есть с той стороны. Ну все, вроде все ходили. Сейчас меня будут танк ломать. Нет, их двое. Вот оно. Оно здесь. Оно здесь. Оно в этой комнатейке. Ну, я внизу сначала проверю. Ну, как внизу? Тут даже не то, что прям внизу. Так. И развернуться назад. Оп. Ну что ж, давайте попробуем вогнать в панику того, кто там наверху сидит, убив его коллегу. Так, этот сидит, ждет. Правильно. Остальные бегут. А знаете, что мне не хватает? А мне не хватает гранаты усыпляющей. То есть именно чтобы вот не выстрелить вот так, а закинуть. Я не помню, есть такая или нету. Так, ты уже все, ты вне игры. Так, и квадратчик иди туда. Тут закончили, в принципе. Давайте подтягивать его сюда будем, потому что последний, похоже, сидит все-таки в той комнате. Ах ты ж зараза! Причем прокачанную убил. А, в тарелке еще кто-то есть. Ну, вот так вот. Ладно, жду так. Ну, видите, пока у меня нормальной брони не будет. Так и будут выпиливать. Тут уж ничем, ничего не попишешь. Позвучное прикрытие, да? Танковое, вернее, прикрытие, сказал. Иди тут. Ну, смелый танк пошел кружать. Половина хп как не бывало, правда, но что поделать. Так, ты сиди. Ты иди. А лодка тут вроде не ломаная. Вы все сюда стягиваетесь, потому что тут жаб сидит наверху. Это он сейчас, видимо, внутрь зашел.
Тебе хватило на повернуться? Причем в этом не уверен. Ладно. Сидим. Ты тут что делаешь? Ты тут в кучку сползаешься, понятно. Возможно, у этого упыря еще гранаты есть. Тогда будет совсем плохо. Кстати, теперь я могу собирать гранаты с Салин. Я же ими владею уже. Так, ну, лодка с этой стороны не ломаная, с этой, я думаю, тоже не ломаная. Целенькая села собака. Да, целая села. Значит, с этой стороны никто не вылезет. Тут что может быть? Он мог спуститься и вот в эту дверь забежать. Мог. Значит, попробовал по лестнице защемить, подняться. Ну, хрен его знает, как оно пойдет. Я поэтому всех сюда изгоняю. Потому что не очень хороший момент. Так, ты понятно, ты сиди. Так, гидрозонечек, давай. В перекрытие. Смотреть сюда. Сидеть так. А, сидеть пока не можешь, да? Хорошо. Ты сиди. Ты, в принципе, мне очень нужен, иди сюда. Так, ну, тебе ловить нечего, возвращайся. Там из лодки убегать некуда. Ты что делаешь? Стоять. Ждем. И мне теперь очень интересно, что там происходит наверху. От этого зависит, что мне дальше делать. Вот он. Никого. Никого. Отлично. Ждем. Ходит. Ходит собака. Так, погнали. Тоже та еще развлекуха предстоит. Выкуривать эту заразу оттуда. Но идем. Все теперь стягиваемся к лодке. Так, ты сиди. Ты тоже сиди. Ты ходи. Угу. Ну, это понятно. Его миссия закончилась. Тут, по идее, никого не должно быть. Ну, хрен знает, как это работает. Ну, тут вроде окна, да? Все, да? Ну, давай. Очень надеюсь, что Джелман в панике. Но, как бы, в это слабо верится. В панике могут быть только мои оперативники. Здорово, там нужны мить, блин? Нам нужны. У меня Джилмана-то нет ни одного. Давайте-ка я вот так присяду. Хотя меня вот там свои могут выпилить. И это плохо.
Так, а присесть присядешь? А чё бы нет, да? Так, стой. Тебя даже не знаю, вытаскивать, не вытаскивать. Ладно, выходи давай. Ну ладно, вот так выходи. В принципе, сработал-то хорошо. Двоих, между прочим, выпилил. Мне кажется, сейчас сволочь выйдет. Ну это было эпично, конечно. Но все промахнулись. Там еще один. И что-то этот еще один не торопится высовываться, мне кажется. Так, есть. Ждем еще ход и вламываемся. Хоп, пошел. Никого. Безоружный, по-моему. Ах ты ж. Ладно. Хочу живьем взять. Не взял. А, ты не последний? Блин, надеюсь, у тебя хватит мозгов не стрелять тут. Можно включать на того, на ком я остановился, а? Ну хоть как-то намекнули бы, где оно ходит-то. Нормально. Никого, никого. Так ты за угол взгляни. И в смысле, что он тут в панике ходит. Все, отходился, ладно. И где оно? Да точно в панике сидит где-то. Весь вопрос в том, где. Но. Непонятно. Хочу пленного. Потому что если он не в лодке, я сдал пойду его искать. Она это довольно большой шанс, что он не в лодке. Ёкарный баба, никого. Но видите, он даже не ходит, он в панике. Thank you.
что, можешь мне одну бомбу не пожалеть, туда жахнуть за угол. Туда вперед. Не знаю даже. Ну, то есть просто туда вот. Все. Ну, она вот так вот за угол сюда не плюнет. Ну, давайте, ладно, попробуем. А, с напом давай, ладно. Молодец. Своего усыпил. Орел. И не спрашивай меня, как это произошло. Они стояли рядом. А, он себя немножко накрыл. Сейчас милей ты вылез. С другой стороны, если я вот тут вот все накрыл, да, то там-то точно ничего не должно было уцелеть. А значит, он не здесь. Ну да, нет, вот тут. Чуваки, пустышку тянем. Так, ладно, тогда в поиске. Где он может быть? Ну, может, вот тут быть, кстати. А нафига где может быть? Может быть, вот тут. Короче, разбежались. Разбежались искать. Да, ты своего успел, молодец, медаль себе купи. Так. Так, тут у нас что? Платформа. Может быть, кстати, может. Пойдем смотреть. Так. Это здание я обшарил. Ну вот, большое здание довольно. Тогда, значит, тут, скорее всего. Пошли. Ты стой. Ха-ха, ты тоже стой. Никого? Ты тут можешь так вот выйти и найти неожиданно себе на счастье. Но вроде никого. Никак вообще не намекают, где оно стоит, да? Сидит, лежит, бежит. Так. Вот есть та самая увлекательная игра, найди последнего алиена. Если вы думаете, что тут поможет сканер, то вы сильно ошибаетесь. Сканер тут не поможет вообще. Потому что он стоит. Он сейчас не ходит. Вот он. Все, победил. Гуд. Одного оперативника выпилили. А, ну да, полярная. Так, вроде не материли, что у меня, типа, патронов нет, еще чего-то нет, вроде все хорошо. Так, во, в кенгурятнике готово, отлично, базы. Бабла нету, а так все хорошо. А, ну жилье в кенгурятнике, еще туда лодки покупать. В кенгурятник пришли торпеды, отлично. Так, мелкая лодка где? В Тихом океане. Ну чего? Давайте перехватим из Кариб. Ну я даже не оперативников могу выслать. А, последняя позиция. Че, патрулируй. Несомненно, где-то рядом она будет. Вот она.
тыц. Конечно, хорошо в Кенгуряннике побыстрее сделать тоже десантную лодку, чтобы было кому выезжать на это все. Опять такая же. Самая распространенная лодка, между прочим. И мимо. Ну, они тоже промахнулись. Стопэ. Кенгуровник. Да какой Карибиан? Кенгуровник. А ну-ка давай. Только Карибы тут будут вечно гоняться. Да, возвращайся. Перехватили. Теперь кенгуровниками занялся. Приземлили. Но искать я это не буду, я туда не полечу. Из-за маленькой лодки таскаться на другой конец земного шара нафиг. Так, а давайте я что-нибудь продам. А, это на этой базе, я понял. Она, значит, она тоже по базам, да? Ну что, логично, кстати. Так, давайте продадим что-нибудь ненужное. Тихонечку, да, продаю. Пистолет в пень. Деструкторы нет. Пульсер. Пульсер, да. Виброблейды. Ну, они дешевые виброблейды эти. Ну, ладно. Термокопье. О, джилоновских корпусов можно продать. С последней миссии насобирали, видимо, да. Так. Все. О, неплохо. А может, даже в кенгуровник я куплю себе барракуду. Не, не барракуду, тритона. Пятихатка пойдет. Оперативников. Вроде как 14 рыл туда можно посадить. Миллион. Нормально. Так, что туда еще надо? А туда все надо. Погодите, не 14, 10. 900. Цлаканта. Обязательно. К нему. А, денег нет. Ну, я загнул, да, согласен. Я загнул. Девятьсот. Пускай так будет. Так, пушку-то я заказал. А, цлаканта я не заказал. 1300, пятихатка останется. Ну давай, ладно. Слакан без патронов, ну уже хорошо. Приехали. Молодцы. Слаканский урядник приехал. То есть я все-таки заказал туда. Я молодец. А кто недоволен-то? США недовольна. А что ты недоволен? Собака-то такая. Ладно, минус соточки, я переживу. Так, это мы... Кальцинита зафигачили. Большой аморфный кусок протоплазмы в формированном костюме. Нет видимого мозга, внутренности или органов чувств. Маленький металлический компонент находится внутри жидкого тела. По трупу мы можем предположить, что это натуральное живое существо. Ладно. Это тот, кто в скафандре сидел? Суть, а я после него, получается, виброблейд смог исследовать. Так, мне советовали Deep One исследовать. Давайте исследуем. Виброблейд вроде как, да? Мне сейчас предложили после того, как я его исследовал. Ладно. Ладно. Опять на корабль нападают.
А, ну это еще ничего. Это я днем могу приплыть. Так. Вот тут большой вопрос с кораблем. А именно. Танк. Танк бесполезен. С одной стороны. А с другой стороны, он может смотреть. С третьей стороны, по-моему, по лестнице не лазит. То есть он останется заперт на площадке, где корабль сел. Вот что. Так что я, наверное, танк-то выгружу. А людей-то загружу. Еще двух, кстати. Надо будет сейчас парочку нанять. Так, ладно. И сюда я ничего не возьму. Ну, я могу торпедо-лаунчер выкинуть сразу, да? Гидроджет-кэннон могу выкинуть. Одиннадцать гаусс-пушек. Погодите, а патроны что, не являются? А, нет, патроны являются этим. Сенсор, медикит, термотазер, понятно. Флеер, флеер. А нафиг не нужны ваши флееры, ладно. Термошок, лаунчер. И бомбы. Забавно, конечно. Давай, ладно. Но как-то вот. Но у меня, по-моему, не все будут вооружены. Тут 2 и 11, это 13. И там 2. Да не, хватит всем. Отлично, пошли. Ну, как-то так, брони до сих пор нету, да. Так, Тритон есть. База Европа. Акванавты. Нанять. Двух мне не хватает, да? Знаете, я предположу, что мне не хватит больше, поэтому найму еще. Ну, я надеюсь, к утру буду намаршивать. Если нет, сами понимаете, патруль и все такое. Только на свету. Но на корабле я еще не был. Ночью тогда вот на него попал и все. А надо бы еще днем попасть. Но я как вспомню, что там было, это ужас. Так, 5 секунд. А, давайте для верности сохраню. Потому что сейчас может в любой момент оно может улететь, если я буду в патруле висеть. Тогда придется садиться, ну как, утречка. Ну, или недостаточно светло сейчас будет. Ну, я думаю, уже все, утро наступило, уже светло должно быть. Здравствуй, жопа, Новый год. А, датчик, датчик, датчик. Ну, конечно, хорошо бы датчик. Так, у меня 2 с этими пушками. Меня они поделили между собой. Да, шокер я ему дам. А гранаты ему нафиг не уперлись. А, гидроджетные патроны остались. Ёлки, ну ладно. Следующий. Мума, ты молодец, конечно. А давай даже вот так сделаю. Ну все, тут пульсеры пошли вообще в атаку. А, вот 2 вот этих страшных базуки. Не знаю. То есть они, конечно, хороши, но там замкнутые пространства. Ага, гранатки, видите, уже кончаются. У меня даже, видите, одна винтовка осталась. Невостребованной. Thank you.
Ок. Я даже патроны вытащу. Так. Так. А, ну патрон-то тут есть. Все хорошо. Так, гренку бери. Тебе пригодится. Так, ну чё? Пуха. Бронебойку. Вот насчет зажигалки не уверен. Ладно, давай возьмем. И разрывную, да. Угу. Ну, тут как бы черт его знает. День. А как-то оно странно. Там край. Ну, в общем, так вот. Так и пойдем. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.